Всем привет! Сегодня я буду готовить очень простой кекс из продуктов, которые есть на кухне у каждой хозяйки. В посуду для взбивания разобью 2 яйца. Добавлю 1/2 чайной ложки соли, 1 стакан сахара и все очень хорошо перемешаю миксером. Можно и вручную. А также добавлю растительное масло 50 мл. И снова перемешаю. Отправлю стакан кефира, ванилин, перемешаю. Триста грамм просеянной муки, 1 чайную ложку соды, гашеную уксусом, 100-150 грамм орехи и изюм, где-то 100-150 грамм, и все перемешаю. Все, тесто готово. Все очень быстро и легко. Теперь в хорошо смазанную маслом форму выложу наше тесто. И отправлю в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. Смотрите, конечно, по своей духовке. Все, час прошел. Проверю готовность шпажкой и оставлю остыть. Как только кекс остынет, выложу его на блюдо и посыплю сахарной пудрой. Вы можете и полить жидким шоколадом, сделать помадку, кому как нравится. Все можно подавать к столу. Приятного аппетита! Не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Всем здоровья! Пока-пока!